какая у нас хуета сегодня? У нас BMW 7 серии. Проблема в дисках. То ли передняя, то ли задняя. Ну, скорее всего, передняя. Когда тормозишь, какая хуйня. Или хуета. Руль трясется. Но тут разные должны быть причины. Или могут быть причины. Выработавший диск, который, блин, расширяется в одном месте, и, короче, когда тормозишь, начинается вибрация. И может быть еще одна причина, или пару причин. Неисправный регулировочный, там, я не знаю, как будет по-русски, по-украински, не знаю. Механическая проблема. Все управляющие могут быть там, это самое, заем. Сальники, там, буяльники, кушенс или так далее. Control arms или там, track rod end, я не знаю, как по-русски. Такая хуйня, так это может. Короче, что будем делать? У меня есть специальный инструмент. Оказывается, у всех он есть, но... На магните, короче, и... У нас есть индикатор, по которому мы будем это самое. Блин, надо подсветку. Подсветку надо, блин, взять. Фонарь мой. Где мой фонарь? А, вот мой фонарь. Ослеп, блин. Вот. Такая херта. Будем проверять. Я тут уже приблизительно выставил, насколько она будет тут биение. Вот, вы видите, уходит диск, блин. Выпухлась в нем в одном месте. Вот. Еще раз прокрутим. 360. Такая у него херня. Но биение есть. Поэтому когда тормозишь, блять, диск так ничего смотрится. Ну, когда тормозишь на скорости, уже чувствуешь, трясется все нафиг. Короче, снимем сейчас все колеса и проверим все. Еще одна херня, может не диск, может быть этот самый, быть подшипочный этот самый, хоб, я не знаю, как будет по, опять же, так что извините, ребят, если по-английски, вот. А вот этот bearing hob тоже изнашивается иногда, может или подшипник износится, или я не знаю, вот биение может создаваться в этом плане, вот. Так что будем снимать колеса, проверять будем всех. И посмотрим, что у нас как с дисками или wheel bearings. Fuck you. What's going on here? Sick. Бляха, вот сука, не постоянно так. Сука, блядь.
Колеса большие, тяжелые, блин. Проверим биение с другой стороны. Смотрим, что у нас. Биение конкретное. Во всех сторонах, блин. Завышает нахер. Так, ну лёвочка. 10, 20, 30, 40.
блин. Конкретно тоже превышает тут. Достает, блин, что-то ноль. Вот. Ну, задний заебись. А передним жопа, блядь. Задние там, блядь, от одного до двух соточки миллиметра, блядь. Вот разница какая, блядь. Представляете? Вот он мой вывод, блядь. Сейчас проверим подшипники тоже. Так. Ну, надо записать это все, потому что чтобы он видел, блин. Ну что, мужики, приехали диски наши, запчасти. Так что будем их вставлять сегодня. Я в одно и то же время делаю карбон клин. Очищаю карбон с двигателя. Я потом подробнее расскажу вам, как это все это. Диски здоровенные, то же самое. Так, 18. Снимем колодки. Yes, baby. Yeah. Так. Наша, как говорится, грязная черная отвертка. Надо зажмем нафиг. Тормоз.
тормоза. Окей. Снимаем вот нахрен. Смотрим у нас, насколько выработаны подшипники. Бляха, где у нас? Колодки у нас как новые, блин. Так что тут заебов мало, блядь. Или претензий. Конкретно, блять, здоровая. Видно, одна сторона тоньше, другая толще, блин. Вот. Вроде бы чистенько. Чистенько, ну почистим. Все равно. Почистим это дело. Проверим их на биение с нашим термометром. Блин. Man, stupid cunt. Внутренний посмотрим сейчас, насколько здесь биение.
Ah, for fuck's sake. Так. Ну, что вам сказать? День, два, с половиной, три, четыре сотки. Ну, это хуйня. Блять. Подшипник уже может выебываться нахуй. Нихуя, одна сотка, даже нету, блядь, одной сотки. Что-то я, блядь, задротил эту хуйню, нахуй. Это все заебись. Вот. Короче, передние диски, ребята. Вот такая хуйня. Представляете, вот такая хуйня. Подшипники заебательские на колес, на передних колесах. А вот диском пришел пиздец. Видите, какие ржавые. Короче, какая хуйня происходит. Ржавеет в середине, а потом это все разбухает. И получается дребедень, нахуй. Вот у нас следующая работа. Это у нас Vauxhall Astra 1,7 литров дизель. Какая хуйня тут. Полетела, блядь, пулей на кранкшафте, блядь. Пришел пиздос. Сделаем это. Ремень новый поставим. Батарею заряжаю, потому что, блядь, альтернатора не был в работе, поэтому не заряжал батарею. Потом после этого мы будем делать водородное очищение от шлака, от хуяков. Направляющие у нас левый, правый. Вот. Поэтому я так понял, это левый. Это правый. Вот. Потому что видно по направлению вот эти все середины лопасти, они должны вот эту сторону двигаться. Вот. Поэтому не знаю, там не видно вам, наверное, ребят. Вот это правый, это левый. Потом компания называется IPAC. Компания IPAC. Вот они рекомендуют
вот такую смазку, грейс, блин, брейк грейс, для того, чтобы не скрипели эти самые колодки. Вот. Ну вот, я перед тем, как диски вставляю новые, я их всегда очищаю, вот. Потому что там жир, жирная смазка вот эта вся, она влияет на колодки вот эти тормозные. Поэтому я всегда рекомендую, вот, я не знаю, как там, это умный, не умный, но я их постоянно чищу. Потому что они потом портят колодки тормозные. Насколько я знаю. Вот. Значит, так. Это у нас правая сторона. Это у нас правая сторона. Будем также проверять на... Будем проверять на биение. Также. Одну сторону зажал здесь, это может быть отсюда, так сказать, выгнуться. Поэтому, блин, поэтому мне кажется, надо болты поставить. Всякий случай. И проверим на биение нафиг. Че болты ставлю? Болты ставлю, бляха. Надо, блин. Болты не проходят, потому что сильно длинные, блин. Поэтому надо это прокладку. Смотрим, может, у нас, может, гайки есть какие-то, блин. Гайки. Держай взять нафиг. Ни хера не подходит. Вот, блин. Не получится у нас что-то.
Прикрутил я болт, чтобы снять это напряжение с другой стороны. Ну, это неправильно немножко. Нужно специально это самое вложить, прокладку большую, и со всех сторон зажимать, чтобы все стороны плотно прилегали к подшипочному барабану, или не знаю как. Окей? И вот смотрите, какая разница. Вот на нулю стоит. Три-четыре сотки это допускается. Вот так вот. Поедем на тест-драйв. Как у нас диски реагируют на это все билиберду. Стоит 160 фунтов плюс таксы. Короче, такс 20%, считай. Так что, блин, сколько это? 12 32 фунта на 160, 182 фунта. Короче, стоил один диск. О, 182 фунта, мне это же надо так. Два диска 360 фунтов, блин. Вот такие цены, ребята. Так и живем. Все. Цеплю тебя сейчас. Что-то не цепляется, ну ладно. Всем хорошего настроения, ребята.